Всем огромный привет! Я просто напомню, что меня зовут Николай, и вы находитесь на канале, который посвящен парфюмерии, который посвящен различным болталочкам на тему парфюмерии. И большое спасибо, что подпишетесь на этот канал. Возможно, вам будет чем-нибудь, как-нибудь мой месседж понятен, да? Все мои видюшки, все мои приколюшки, и, возможно, моя подача вам будет близка. Собственно, время, знаете, сколько? 2:30 по Москве. Хочу поблагодарить сердечно всех своих интернет-знакомых, всех своих интернет-друзей, близких людей мне по духу. Спасибо большое, что вы появились на моем жизненном пути. Спасибо, что судьба свела нас с вами. Собственно, сегодня ко мне приехала еще с утра... Точнее, приехали недавно, но забрал их только сегодня в обед. Две посылочки. Я хочу вот со своими зрителями поделиться своими эмоциями. В одной посылке я... Не то я скажу, я знаю, что там находится, а другая для меня полностью большой сюрприз. Давайте не будем тянуть. Возможно, вам интересно, и вы разделите действительно частичку моих эмоушен. За вас, за юшки. Так, первый конверт, посылка, чтобы ничего не спалить. Пришла ко мне от Анны Вилдропс. Да, ссылочку оставлю внизу. Кто не знаком, это... Молодой парфюмер, парфюмер-самоучка из Пензенской области. Очень такая интересная персона. Аня, спасибо тебе большое. Нас тут ждет синяя конфетка. $100 нету. Ну ладно. Но нет, так нет. И на том спасибо. Тут должен быть аромат, который мне безумно понравился. И какие-то новиночки. Давайте вместе с вами вскроем, а то я спать не лягу, а так я сниму, и оно мне будет лежать, и когда-нибудь лет через 300 я его выложу. Так. Ой, ко мне еще приехал карабан от Рандеву. Там какая-то супер игра для блогеров, вещателей про парфюмерию на YouTube. Думаю, что будет интересно. Как обычно у Ани вот такие вот штуки, да, конфетки, Вилдропс черные. И там аромат... Аня, прости, я не запоминаю твои работы, как они называются. Для меня это слишком сложно. В общем, там должен быть крутой зеленый аромат. Прям такая зелень, как я люблю. Да. Смотрите, какая красота. Вот. Хлорофилл, точно. Да, это оно. Я пшикать не буду, я можно вот так вот сделаю, да? Угу. И засуну свою жало. Да, это, короче, знаете, что? Это... Такая приятная зелень, которая мне немножечко напоминает местечковые яблоки, когда вы их разрезаете. А не вот эти вот импортные, да, там Гренни, Редди и так далее и тому подобное. А вот наши, такие вот страшненькие, корявенькие какие-то, да, ну сочные и безумно ароматные. У меня еще там несколько капель осталось, я дамажу и потом буду этим... с превеликим удовольствием пользоваться. Аня, большое тебе человеческое спасибо. Чё по фейсу-то? Да нормально, господи, полтретьего ночи. Чего еще ожидать? Так, и два сэмпла с работами. Одна работа Драко Малфой, продолжение вселенной Гарри Поттера, да, кто не знает, у Анны есть линейка, посвященная Хогвартсу. Кошачий волосок. Спасибо. Очень приятно. И дары смерти. Не знаю по-английски, ничего кроме мата. Давайте засунем жало в дары. Аня, ты что, полюбила жесть? Ну, в смысле, плотность? Короче,
Короче, это нужно носить. Это интересно. И чем пахнет блондинчик из Гарри Поттера? Это что-то странное, тоже что-то. Но приятно, приятно. И то, и другое, вот прям, да. Там есть в линейке Хогвартса что-то прям... А что-то прям крутое. Вот. Ну, круто. Аня. Так. Это мы отложим в сторону. И давайте, собственно, вечерина. Вот такая. Тут что-то прям очень плотное, большое. Чпокай. Это посылка от Марины из Мурманска. Мы с ней познакомились давно. В общем, друг друга какие-то презентики шлем. Ну, я не ожидал, что это будет вот так. Вот так много. Я не знаю, что там. Для меня это правда секрет. И я бы спать не лег, не узнав, что здесь внутри. Поэтому мы с вами вооружаемся ножницами. Да, и... откроем эту посылку. Мне такое оформление дарили последний раз никогда. Смотрите. Тут несколько свертков и шоколадка. Ой, Марина. Марина. Смотрите. Ну, красота же. Давайте я на свои ляхи положу все. И будем... С чего начнем? Давайте начнем с моего любимого, с еды. 200 грамм. 200 грамм. Чиколайт. Чиколайта. Обожаю импортное. Импортное чиколайта. Как это? А вот так. Это так мило. Это так мило. Это здесь... Я не кривляю душой. Я действительно ношу и покупаю периодически такие носки, но только ходить в них дома. Пахнет шерстью, знаете, все. Ну, собственно, на этом бы можно было и закончить, поэтому... Ну, тут что-то еще, прям очень много всего. Так, давайте пойдем дальше. Тут есть письмо. Не, давайте вот это сперва откроем. Второй кулек. Это на самом деле очень так необычно, да, люди забыли дарить... Ну, точнее, перестали дарить друг другу подарки. А я угадаю этот бренд, не вскрывая название. Тут что-то от Histoire de Parfums. У меня не было никогда миниатюр Histoire de Parfums. Вау. Пахнет уже отсюда. А, тут же на камеру надо, извините. В общем, вот такая вот миниатюра. 15 миллилитров. Аромат. 1875. Это амбра, вспомнил его. Да. Такой он прям очень. Красивая амбра, красивые какие-то деревяшки, специи. Ну, собственно, ниша. Спасибо. Спасибо, Марин, большое. Я поставлю... себе на полку. Очень удобный формат. Очень прикольно.
Все, вот делали бы все бренды вот такие миниатюрки по 15 миллилитров, и, как говорится, цены бы им не было. Парфюм посвящен опере какой-то там, ну, оперу не слышу, но за подарок спасибо. И что-то еще. Ой, нос чешется. Что-то еще. Что это? От Левозы в мешочке. Холщовым, да, по-моему, называется. Я тоже в такие упаковываю свечи, когда заканчиваются бархатные. Так, от Левозы. Знаете, еще от Левозы. Это от Le Bordereange. Прикол, у меня недавно совсем закончился первый от Левант от Карины Сахалина. И мне вот Мариночка положила еще. Еще знаете что? Ой, не прочитаю. От Hermes. Короче, роза какая-то. Вот какая-то такая вот. Пампер-пам. Ну, я сейчас уже нюхать не буду с вашего разрешения. Я это все разношу потом. И он номер 10, артизан. Я не очень люблю дешафура, но. Тут я даже нанесу. Угу. Нормально, но надо поносить и высказаться в свет потом. Марин, спасибо большое. Правда. Это я все сохраню, мне это пригодится. И не знаю, что-то вот тут такое огромное. Я даже не вскрыл бант. Письмо. Или не письмо. А, тут такая красота. Тут новогодние пожелания. В виде картины. Я такой первый раз вижу. Тут очень много чего написано. Ну, я вам зачитывать не буду. Вот тут все так написано красиво. Я так не умею. Марин, спасибо тебе большое. Очень приятно. Действительно, я не кривлю душой. Тут лично храню, ценю. И... И что-то такое. Ну, конечно, догадываюсь, я мальчик не глупый. Тут должна быть какая-то печатная продукция. В ледяном плену автор Георгий Манчес. Это огромная, красивая. Книга с записями, с иллюстрациями. Посмотрите. Я не кривлю душой, я врать не буду. Мне книги практически никто не дарит. Я не очень люблю большие вот эти вот косноязычные какие-то там современную литературу. А тут, я так понимаю, запись, иллюстрация. Ну, по типу записи бортовой журнал, в дневник. Посмотрите. Надеюсь, вам видно. То есть каждая страничка, она иллюстрирована. И небольшие... Ну, это надо вот сесть, да?
почаек-кофеек и прямо вот смотреть, читать каждую страничку. Блин, спасибо большое, ну правда. Это вот необычно. Я люблю людей, в принципе, которые схожи со мной одним каким-то вайбом. Ну, собственно, другие рядом со мной не задерживаются надолго. Круто. Книга еще в такой красивой суперобложке. Блин. Я правда иногда не понимаю, чем я заслужил такое к себе отношение, но, видимо, в этом есть какой-то смысл. А может и нет. Оно так и должно быть. Блин, девчонки, спасибо вам огромное. Правда. Очень так. Я просто не знаю, как подбирать слова в таких ситуациях, потому что таких ситуаций у меня не так, чтобы и много было по жизни. Но я ценю людей, я ценю их поступки, я ценю их действия. И если мы сходимся, то это надолго. В общем, вот. Ну, это я бы был не я, если бы у меня что-то не упало. Вот, спасибо, что посмотрите это видео. Я не жду никаких комментариев, я не жду никакого фидбэка в ответ. Я мог бы это все скрыть в одиночестве, но зачем, когда можно поделиться какой-то душевной искоркой. Тем более я сам такое люблю и частенько смотрю всякие распаковки. Ну, в общем, вот, девчонки, еще раз большое спасибо. Прям у меня нет слов. Ну все, и спасибо вам, что посмотрите это видео. И, может быть, как-то вас тоже это сподвигнет на хорошие дела и поступки. Все, с вами был я, Николай. Подписываемся на канал, ставим лайки, там вот это все, колокольчики, переходим ко мне в Инстаграм. И увидимся, возможно, скоро. Все, пока-пока-пока.